Осваивать отечественный автопром предлагает пикетирующая администрацию города многодетная мать Любовь Горячева. Женщина вышла, чтобы опротестовать решение чиновников закупить новые машины для автомобильного парка мэрии. Две машины для главы города и главы администрации по 2,5 миллиона каждая дороговато, считает женщина. По ее мнению, бюджетные деньги можно потратить на нужды населения. Раз сам президент хочет, чтобы развивался отечественный автопром, почему бы и нашим? Наша администрация не ездит на более дешевых машинах.